Всем привет, с вами снова я, и сегодня мы будем снимать обзор игры «5 ночей с Фредди», первая часть. Поехали. Ой. Вау. Ничего себе тут. Не надо. А, и кстати, со мной сейчас мой брат. Ну, поехали. Хватит. Страшновато. Алло, я вас внимательно слушаю. Так. Алло. Тебе ответил, мне не ответил. Пока следи. Знаешь, не дать, пока я хорошо проведу. Они все равно тут пока выходят. Блин, вот это свет есть. Угу. Ну так это. А тут осветить можно? Можно. Ну ты будешь надеть. Вот, осветить, вот закрыть. Угу. Блин, вон. Ну сюда. Вот сюда, блядь. Да, подожди. Блин. Выйдет. А здесь все, да? Я тебе буду говорить, кто когда выйдет. Ну, в смысле? Угу. Вообще в час они выходят. Да? Угу. Ну, в первой ночи. А тут всего трое их, да? Нет, четверо еще Фокси. Но Фокси он не выходит, он сразу бежит. Да? Если за несколько секунд не успеет дверь закрыть, он тут. Жестокий Фокси. Ла-ла-ла. Хороший у нас. Блин, как ты с ним снимала кожу? Все нормально. И вот здесь Фокс. Нет, не здесь. А, нет, вот они здесь. Вот. У него три стадии. Я буду говорить, какие стадии. На третьей стадии надо за ним очень хорошо следить. Да еще никто не вышел, нахрена все это. Да просто. Мне как-то страшно. Мне как-то начинает становиться страшно. Да не стой, уже один час, кто-то вышел. А я ж смотрела, что нет, не вышел. Фокси не выйдет. Точно. Это кто, Бонни вот это? Это Бонни. Вон то Чика и то Фредди. Он на кошечку похож, такой хорошенький. А почему они такие везлыми стали? Они же вроде бы хорошенькими были. Детям пиццу приносили. Вообще-то ты плохой. Ты же плохого никакая. Да? За охранника. Который убил детей. Ну, тебе. Ага. Больше всего в игре я боюсь пасхалок. Например? Ну, которые редко встречаются. Например, да. Они могут так вот, ты на них смотришь, это редко встречается. Они могут так вот на камеру все делают. Уже два часа. 73% это хорошо. Замолчи, пожалуйста. Мне страшно, как же он наоборот пугает, когда да. Может было тихо. Мне страшно. Еще звуки какие-то в доме. А в доме там звуков нет, но. Я боюсь, что сейчас кто-то выпрыгнет, и я опять упаду со стулки. Ой-ой-ой! Зал, где проверь, он? Зал! А да где? Он туда не дойдет! А где этот зал? За ближайший. Вот он. Боже мой, давай ты поиграешь. Нет. Почему именно я играю? Мне ж потом страшно. Потому что твой канал. И это. Где он? А, вот он, возле двери. А, возле какой именно? Он там, кажется, был. Там где-то проверял.
Боже, Лили. А вот Чика. Чика еще. Вот. Ого, она страшная. Где Бонни? Бонни. Чика еще. Где-то Чика была. Вот Чика. Мы не успеем, только 3 часа, у нас уже 58%. Я думаю, это нет! Можно... Проверь, на самом нет. Как? Камера. А, точно. Чика, да. Бонни. Нет. Бонни вот под дверью стоит как раз. Он под дверью стоит. Да не открывай под левой. У нас просто это мало. Но только 3 часа. Она нам до 6. Чика, я думаю, так можно идти. Не открывай дверь. Смотри, он не открывает, он не сможет открыть. Можешь пока вот эту дверь открыть. Нет, стой, проверь. Если она ближе подошла, Чика. Да нет, короче, бы. Если она сюда подойдет, то сразу закрывай. Сейчас будет. Тихо. Фокси, проверь. А Фокси ж не сможет пройти? Нет, нет, нет. Фредди. Фредди здесь. Бонни. Ушел. Он ушел, я думаю. Только можно... куда ушел? Стой, посмотри, куда он может в подсобке стоять. Вот здесь посмотри. Нет, сюда, в коридор. Коридор. Стой. Нет. Дом или нет? Нет. Зал проверь. Нет, зал. Бонни, открывай тут дверь. 30%. Мне очень страшно. Мне тоже. 4. Там еще 2 часа. 28%, это жопа. Ушел, Бонни ушел. Так Чика еще здесь. Да мне насрать, она стоит в двери. Ай, открывайся. Ну все, там. Коридор, ближний. Да ближний коридор, да. Нет, зал. Да, она плохо почему-то. Да, зал. Да, Бонни там. Пройди. Да елки там, правильно, Чика. Чика ушла, она под дверью. 20%. 4 часа. Ну, это проигрыш. Это когда Бонни. Проценты закончат. Бонни. Где Бонни? Она закрыла окно. Это хорошо. Это плохо. Это одна из пасхалок. Боже мой, 14%. Где Бонни? Ищи Бонни. Никого нельзя двигать. Тихо ушла. А нет, она там, нет, там. Да возле двери прочекай. А, нет, там здесь. 10%, только 5 часов. 9 уже. Нам еще часик продержаться. Это его нереально. Ну уже 7%. Когда все проценты закончатся, я тупо уйду и все. И ты будешь убрать. Нет. Твой канал, значит, ты будешь стоять до конца. Чика вот задолбала, если честно. Да. Реально она только там? 4%. 3. 5 часов. Пожалуйста, 6. Пожалуйста, давай быстрее. Только... Все, 1%. Все, почти. Сейчас. О боже, все. О боже. Это будет что-то, я думаю. Там Фредди, смотри. Да не все, он не выпрыгнет сейчас. Там туда, посмотри на него. О, боже мой! Сейчас он скоро выглядит. Почему этот час длится так долго? 10 минут. Это еще мелодия. Она меня... Почему так стемнело? О, боже! Меня убили. Это было не очень страшно. Не знаю, я обосрался. Да нет, ну я просто ожидал. Я знаю, что... Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если это видео наберет минимум 10 или 15 лайков, или даже очень минимум 5 лайков, тогда мы снимем продолжение этой серии. Всем пока! Пишите в комментариях, какую серию... Какую игру вы хотите, чтобы я сняла. Всем пока!